Во многих странах мира, особенно в Европе, мусор не выбрасывают, а сортируют и потом перерабатывают. К сожалению, в Люберцах еще нет специальных баков для сортировки мусора. Большую роль играет и менталитет проживающих. Поэтому бытовые отходы коммунальные службы продолжают вывозить на многочисленные полигоны. Достаточно непростой вопрос, который пока не решен ни в городе Люберцы, в районе, ни в области. Да, и в том числе и непосредственно в стране. Представители общественности вынесли на обсуждение ряд предложений. Установить по всему городу специальные мусорные контейнеры. Рекомендовать управляющим компаниям приобрести зеленые и оранжевые пакеты для раздельного сбора вторсырья и бесплатно раздавать их люберчанам. Провести разъяснительную работу среди населения в средствах массовой информации. Также было предложено материально заинтересовать жителей, принимая у них за фиксированную плату пластиковые бутылки, макулатуру и алюминиевые банки. Этим должна заняться специализированная служба. Если вы помните, раньше, когда там в лошадях ходили сборщики мусора, они за петушок, за конфетку давали там, или за подписку на Майнрида или других писателей, собирали старую одежду, там, ну, бумагу и так далее. Везде любой механизм, он работает на двух принципах, да, вот в данном случае. Это первое. Это сознательное отношение людей. И второе – материальный стимул. Вместе с тем, представители управляющих и мусоровывозящих компаний высказали мнение о том, что для полного перехода на раздельный сбор мусора в Люберцах нужны специальные условия, которые пока трудно создать. Это связано в том числе с необходимостью установки дополнительных контейнеров, а также привлечением дополнительных грузовиков и водителей. Алексей Адамов, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.